Итак, мы готовимся уже к среде. Варим гречневую кашу на завтрак, можно даже на молоке. Кусочек плавленого сыра. И утром выпиваем для энергии полной шокосин в пакетик. Вы готовы к трудовому дню? Второй завтрак. Второй завтрак целый грейпфрут съедаем. Тут получаем витамины, минералы, антиоксиданты. Третий прием пищи. Обед у нас будет сегодня просто полноценный. Стакан супсина, кусочек хлеба, салат овощной, приправленный лимоном и оливковым маслом. И отварная курочка. К ужину мы должны приготовить рыбу. Лучше ее запекать в фольге. Тоже добавим супсина вместо специй. И выпьем чашечку гансина. И поздний ужин у нас будет опять стакан кефира. Целый день едим. Но не забывайте про капсульные препараты. Аксин, фаза 3, голдсин и джисин. Их надо принимать, джисин, прямо перед приемом обеда и ужина. Будьте здоровы!